меня это абсолютно универсальный язык, на котором я могу общаться со зрителями на абсолютно любые темы. Это искренность и трепет. Образ жизни. Поиск и преданность. Квартет «Атет» – спектакль для четырех танцовщиков и для четырех виолончелей. Он бессюжетен, но не безидеен, и в этом его интерес. Поехали, Сережа. Поехали, поехали. Раньше музыки. А, да. Просто только с моим поворотом где-то поднимается. Мне еще очень нравится танец тем, что он понятен, нет языковых барьеров. Драматические спектакли необходимо переводить на язык страны, где ты их показываешь. А танец понятен, куда бы мы ни приехали с гастролями, своим искусством.